остановка – 7-й автобусный парк. Следующая остановка – Нижние Лихопоры. Дорогие мои друзья, здравствуйте! Вот такая у нас сегодня мрачная погода. Правда, днем, ну сейчас уже время, наверное, часов 6, а днем было переменчиво. То есть было и солнышко, был и ливень, была и радуга. Все было. Черные тучи. Голубое небо. Много чего сегодня было. Я иду в Ашан. Я уже третий день ищу горшок для посадки моего денежного дерева. Корни там уже хорошие. Срочно надо его пересаживать, а я все никак не могу найти горшок. То маленький, то очень большой. То есть нужен все-таки и... чтобы симпатичный был и, ну, чтобы размер подошел. В Ашан я иду уже в третий раз за три дня, потому что обещали привезти сегодня, не знаю как. Ну, то есть, как бы обновить товар обещали сегодня. Не знаю, как получится. Вчера был хороший горшок, мне понравился очень, но, к сожалению, не было блюдца. А мне не, ну, то есть этот поддон, куда водичка будет стекать, когда поливаешь цветок. Ну, что я вам объясняю, вы же знаете все прекрасно. Пока я искала горшок, в течение трех этих дней успела купить еще один цветок. Потом покажу вам. Кстати говоря, наш дом очень удобно расположен. Вот я сейчас села на автобус. И он меня довез практически вот до этого Ашана. Если бы мы не попали в пробку, то минут, ну, наверное, максимум 15, минимум 10 доехали бы от нашего дома. Очень удобно от нашего дома доехать до центра. То есть буквально практически остановка в минутах 5 от нашего дома. И ходит автобус до метро Китай-город. Идет он через Новослободскую, через Тверскую, по Тверской улице, то есть самый центр. Мимо Детского мира, там где охотный ряд, он там сворачивает мимо Госдумы. Мимо Детского мира и идет на Китай-город. А там и рядом парк Зарядье. Очень удобно. Потом недалеко от нас имеется станция окружная. А от нее можно добраться до Шереметьево. Ну вот я практически уже дошла. Сейчас буду спускаться. Здесь тоже была промзона. Вот здесь, наверное, какой-то был завод. Я так думаю, сейчас там сдается в аренду под различные торговые точки. Вот стройматериалы здесь есть. Торгово-выставочный центр. Рынок здесь, где же он? Где-то я его видела, рынок. А, наверное, вот здесь вот туда зайти, если там рынок. Там продают овощи, фрукты. И еще большой плюс от нашего дома в 10 минутах ходьбы метро. Ну, просто я говорю, что дети подыскали очень хороший вариант, сын в частности. Подыскал очень хороший вариант. К
куда эта машина едет, даже и не сигналит. Ну ладно, я пошла. Ну все, дорогие мои друзья, если мне удастся в Ашане снять, заснять что-то, я сделаю это. А если нет, я по большей степени просто-напросто стесняюсь снимать в магазинах. Это подземная парковка. Ну, она не подземная, но вот такая вот парковка. Очень удобно. Правда, страшновато идти с телефоном. Спасибо. Идти с телефоном, вещать и смотреть, чтобы на тебя никто не наехал. Все, друзья мои, я захожу. А, это нулевой этаж, да. Это нулевой этаж. И я поднимаюсь на первый. Друзья мои, вот я и вернулась домой. Мне повезло очень. Прям несказанно повезло. Так как я вышла из Ашана, и как раз на остановке стоял автобус. А в это время, ну, время, в принципе, уже часов 8. Это кажется, вот я смотрю в экран телефона, кажется, что очень темно. Но на самом деле, ну, как бы темно, но все видно. А в телефоне прям темень непроглядная на самом деле. Ну и вот я за 15 минут доехала домой. Купила я горшок. Ну, конечно же, не такой, какой я мечтала, какой я хотела. Я хотела светлый, но искать больше у меня нет сил. Потому что надо пересаживать растение. Оно тоже мучается там с корнями. Зачем это надо? Корни сейчас будут неправильной формы, неправильно расти. Поэтому, ну, в воде стоит в банке. Поэтому я уже купила, какой есть. Потому что парень, который выкладывал товар привезенный, сказал мне, что ничего приличного там нет. Ну и, в общем, взяла я то, что взяла. Покажу вам завтра, сделаю обзор. Ну и прикупила, конечно же, покупки. Не видно. Надо же, кажется, что темно. На самом деле, вот видите, светит фонарь. Их тут много, вон их сколько. Я вообще возле дома нахожусь. Здесь люди гуляют с собачками, листва пожелтела, только что прошел дождь. Опять, видимо, он не был очень сильным, так мелкий, потому что люди шли без зонтов, пока я ехала на автобусе. Водителю, конечно, спасибо большое, потому что этот автобус вечером ходит очень редко. То есть... Ну, он и днем-то не очень часто ходит, но вечером вообще можно час целый простоять на остановке. Хотя, в принципе, оттуда добраться до дома тоже не составляет трудностей никаких. Потому что, ну, я уже сказала, что дом наш расположен очень удачно. Хотя, хочу сказать, что сейчас у нас все-таки транспортное сообщение сделали... очень удобное для каждого района. Ну, то есть, я так считаю, я так думаю, потому что все-таки мне много приходится ездить по городу, и я вижу, что с транспортом стало намного лучше, чем было раньше. Единственное, что у нас остановки убрали в начале лета, и как бы до сих пор их не поставили. Не установили, я имею в виду. Но, в общем-то, зима на носу, и будет очень холодно стоять, ждать автобуса.
как бы то ни было, даже 5 минут на ветре с дождем и со снегом — это очень неприятно, потому что здесь влажный климат, и зимы здесь мерзопакостные, прямо скажем. Нельзя, конечно, ругать природу, но вот тем не менее приходится вот так вот называть вещи своими именами. Кстати говоря, я сейчас примеряла в Остине шапку себе, не могла примерить, что-то какие-то все... Ну, шапки-то приличные, просто на мне сидят они неприлично, некрасиво. А я ведь не взяла с собой шапку. Здесь такие шапки, что, ну, мне не хочется их одевать уже. А ту, в которой я всю зиму проходила, даже 2 или 3 уже, Тимой Халёсей, он хочет со мной познакомиться. Я с собой не взяла. Ну, там она у меня у мамы осталась, потому что, когда я уезжала, было очень жарко. Люди ходили в босоножках, а я в ботинках поехала, потому что, ну, я предполагала, что придется в октябре уезжать, поэтому... Да и вообще, как-то в мае бывает иногда и снег там еще не весь растаивает. А, ну, я уезжала 10 мая. Ну, в общем, вот так вот. Обзор, то, что я купила. Конечно, я немного сделала покупок. Я вообще ехала за горшком. Но, походу, набрала там кое-что. Но обзор сделаю завтра. Сегодня уже не буду делать, потому что... Я заканчиваю, потому что у меня закончилась память. Ребята, всем спокойной ночи и всем добра. Пока-пока.